Всем доброе утро! Сейчас мы вам решили показать нашу любимую печку. Видите, она там вдалеке. Мы ее, конечно, в походы не берем, хотя очень любим готовить на печках. Сейчас мы расскажем вам про одну интересную газовую горелочку, которая к нам приехала недавно. Она вообще просто супер маленькая. Вот обратите внимание, она приехала в такой вот упаковочке. Скорее всего, меньше, чем вот такая горелочка, вы больше нигде не найдете. Вот размер ее реальный, со спичечный коробок. Весит она 25 грамм. То есть можете себе представить, 25 грамм горелочка. У нее ножки, которые фиксируются. Единственный, можно сказать, не минус, а особенность, это то, что в ней нет пьезоподжига и редуктора. Мы уже протестировали эту горелочку, на нее отлично становятся емкости разного формата, то есть походные чашки и походные котелочки выдерживают воду нормально, то есть нет никаких проблем. И что могу сказать, мы вчера был мороз, и мы тестировали именно в мороз, как быстро у нас разогреется до кипятка вода. Получилось 4 минуты. Вот такая вот горелочка на 25 грамм. Как по мне, очень классный вариант, легкоходный. Горелка, можно сказать, положил в карман и все, и забыл. Кроме этого, конечно же, хочу вам рассказать еще об одном способе, который мы постоянно мы им пользуемся, особенно в автономных летних походах, это сухое горючее. Сухое горючее – это вообще вариант просто супер для легкоходов. Дело в том, что у нас есть специальная подставочка под сухой спирт, французский военный, из французского военного набора. Весит она всего лишь 25 грамм. Мы берем колбу, которая тоже весит 25 грамм, в эту колбу помещается 18 таблеточек. На летний поход из 15 дней нам хватает двух колб, то есть это 36 таблеток, которые будут весить все вместе 260 грамм. Еще раз повторюсь, подставка 25 грамм, колба 25 грамм и сухой спирт 36 таблеточек, это будет 260 грамм. Подставочка маленькая, с перфорацией, закрыта от ветра и дождя. Если вы думаете, что ветер будет мешать разогреву воды, то вы, в принципе, ошибаетесь, потому что у нас таких не было случаев, чтобы мешало. Есть в подставочках грани. Но, кроме этого, у нас есть специальная ветрозащита. Не чуть позже. Чем? Ну, за 2 недели автономного похода мы использовали 2 колбы горючего. До 36 таблеточек. Я вам уже об этом рассказывала, повторюсь еще раз. Очень удобно хранить таблетки сухого горючего в колбе, потому что они не промокают, то есть не попадают в них. И мы используем всего лишь 1,5 таблетки на завтрак для разогрева воды. То есть, смотрите, это не до кипятка, а именно для разогрева. То есть вода будет горячая. Мы набираем из чистых источников воду, и там не обязательно ее кипятить. Если вы хотите закипятить именно воду, вам понадобится 3-4 таблеточки. Для 500 мл воды 1,5 таблетки нормально разогревает где-то примерно за 5-6, может быть 7 минут с крышкой. Для зимы, конечно же, лучше удвоить количество таблеток. Но на зимний поход мы предпочитаем бензиновую горелку, либо же газовую горелку. Бензиновая лучше, потому что бензин лучше работает в условиях большого минуса.